привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал на выставку собак в парк Сокольники. Не переключайтесь, будет очень интересно. Я направляюсь в сторону парка. Здесь стоит такая вот красивая церковь. Я в ней был несколько раз. Вот. Смотрите. Друзья, а еще у меня новый цвет волос, если вы заметили. Надеюсь, вы сильно на меня камнями бросаться не будете. Весна. Во всем виновата весна, друзья. В общем, как-то так, да. Я решил перекраситься. Надоел мне коричневый цвет. И я вот решил купить краску, покраситься. Что получилось, то получилось. Голуби едят. Много голубей возле церкви. Ходим, друзья, в парк Сокольники. Вот такая красивая вот штука есть. Она вся светит, мигает. Да? Ну, это очень красиво. Не знаю, как правильно сказать, что это такое. Украшение, новогоднее украшение. Так, идем дальше. Друзья, очень нравится мне вот этот вот проход. Такая ярмарка здесь у них. Сокольники всегда выходные дни. Такие вот киосочки красивые. У них продается различная еда. Кофе, бургеры, салатики. Вот. Очень мне здесь нравится это место у них. А там дальше такая арка, она подсвечивается тоже. И говорят, когда проходите под нее, нужно загадывать желание. Но это как, когда вы проплываете под мостом на теплоходе, там на катере, не знаю, нужно загадывать желание. Так и здесь то же самое. Проходите, загадывайте желание. Друзья, проходим, загадываем желание быстренько. Раз, два, три. Друзья, здесь есть такой очень интересный, красивый туалет. Яркий. Режим работы. Ежедневный. С 9 до 23:30. Вот такой яркий. Он находится напротив такого вот павильона стеклянного, современного. А мы все ближе и ближе подходим к павильону Семя, где проходит выставка собак. Нам надо идти в ту сторону. Посмотрите, как красиво украсили при входе в павильон. Такой французский стиль. Эйфелева башня. Такая лужайка. Прикольная. Туль стоит. Шли и увидели вот такую вот Волгу. Сиреневого цвета, выпускалась она к 8 марта. Сейчас скажу, какой год. Там есть информация. Я прочту вам, рассказывал. Такая красивая раритетная машинка. Вот информация. ГАЗ-21, 1966 год. Друзья, пришли мы к павильону. Сейчас будем ходить. Павильон Сима. Выставка, кстати, однодневная. Мы только что зашли. И тут такие красивые собачки. Такие красивые собачки. Ой. Хаска. Ругается. Вот эта маленькая собачка на хаску ругается. Ой, какая красота. Какая красивая. Ой, какая красивая. Каски. Ой, еще одна. Какая красивая, пушистая, прям вообще. Марика, она кофе хочет, что ли? Ой, она здесь песни поет, друзья.
глазки, голубые, голубые глазки. Посмотри на меня. Ой, какая красивая. А это что за порода, не подскажете? Это хаски. Офигеть. Ой, какая красивая. Ой, серьезный котят. Серьезный котят. Идешь ко мне? Идешь? Идешь ко мне? Пойдешь? Иди ко мне. Иди, иди, иди ко мне. Иди, иди ко мне. Ой, какая коруция, какая коруция. Игруль, я знаю, ты игруля. Вы такие все игруля. Все, я пойду дальше. Друзья, смотрите, какая прикольная собачка, толстенькая. Как их здесь много. А это что за порода? Английский бульдог. Английский бульдог, друзья. Ой, какая сильная. Куда идешь? Тебя как звать тебя? Как тебя звать? Привет. Как тебя звать? А это что за порода? Она не расскажет все равно. Не расскажет? Как ее звать? А что за порода? Лабрадор. Ой, какой хороший. Какой красивый. Привет. Здрасте. Здрасте. А как ее звать? Эшли. Как? Эшли. Эшли. Привет. Какой ты красивый. О. Плюньте. Тут, 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 а у нас, знаете, странно, вот вопрос, почему вы к нам подошли? Вы уже, наверное, пятый или шестой человек, который фотографирует нашу собаку. Да, но она реально красивая. Просто вот там, когда мы шли, такая же, ну, чуть поменьше. Ну, у вас прям да? Такая прям чистокровная. Это точно. Я вообще... Ну, я таких реально просто не видел. Да? Таких прям. Вот, наверное, у нас есть соседи, есть, у них тоже примерно такая же собачка, но не такая. У вас такие складочки, прям такой язычок, прям. Спасибо. Друзья, это черный пудель. Это девочка, наверное? Мальчик. Какой красивый мальчик. А как звать? Дэнни. Готовится, друзья, готовится. Видите, вы прихорашивают. Ой, привет. Будешь смотреть на камеру? Будешь? Глазки твои не видны. Ты слишком черненький, уголек. Вау. Какой красивый. Привет. Друзья, посмотрите. Уставилась на меня, смотрит. Такая маленькая. Боюсь тебя. Боюсь, не подойду. Она смотрит в шоке, она не поймет, что я от нее хочу. Уставилась на меня. Такая маленькая. Здрасте. А что за порода? Такса. Такса? Обалдеть. Я такую ни разу не видел. Такса, смотри. Сидеть. Сидеть. Ой, какие красивые. Она не слышит, наверное. Сиди. Сиди. Такой, такие глаза умные. Смотри сюда. Смотри сюда. Ой, какие хорошенькие. Спасибо большое. А что за порода? Это тайский ретвы. Ой, какой красивый. В интернете полно фотографий и видео. Да? Нет, я такой ни разу не видел. Тайский, как сказали? Риджбэк. Риджбэк. Ой, какой красивый. Собака красивая. Ага. Такая внешне необычная. Будешь приветы передавать? Собачки, как собачки. Вон там с собакой говорит. Да. Ой, какой красивый. Друзья, это тоже хаски. Так много хасок. Какой красивый. А как звать? Мадли. Мадли? Да. Ой, какой красивый. Так много хасок. Друзья, смотрите, какая красота. У нее такие же, да? Да. Какая красота. Привет. Такие прикольные они. Английская королева такая же собачка. Она гуляет по своему парку. Да? Гуляет? Друзья, посмотрите, какая красота. А как порода? Меньше горки. Ой, куда-то она идет. Тихо. Она немножко похожа вот на английскую.
Нет? Есть, там есть чуть-чуть, да? Ой, какая красивая. Ой, ушки такие. Ой. Она все хочет к этой собачке вон идти. Вот эта собачка хочет идти. Жопку, жопку стала. Красота. Привет. Как тебя звать? Вася. Вася. А порода? Французский бульдог. Ой, какой красивый. Но маленький. Маленький. Ой, какой хороший. Не надо ругаться. Не надо ругаться. Не надо, не надо. Не надо. Ты же хороший. Ты же хороший. Ты забыл? Ты хороший. Ну ладно. Привет, ребята. Смотрим на меня. Привет. Какие хорошие. Прям все бульдоги. Да, это бульдог. Это не бульдог, я не знаю. А что за порода? Французский. Французский, да? Бульдог? Это французский. Ой, какие все красивые. Посмотри на меня. Смотри. Девочки, на меня смотрим все. Ой, ой, игривые такие, красивые все. Ой, 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 завалила, все, победила, молодец. Ой, все. Ой, ой, ой. Ой, какие хорошие. Все, угомонимся. Друзья, хатика, смотрите, вживую. Привет. Ой, какой красивый. Хатика вживую. Ой. Обалдеть. Ой, какой хороший. Все, все такое. Привет, будешь передавать? Привет. Все, все хороший, хороший. Все, 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 все. Друзья, вот еще хатика вживую. Мальчик, девочка, посмотри на меня. Посмотри, пожалуйста, на меня. Не хочет. Не хочет на меня смотреть. Я тоже рыжий, на меня посмотри. Ой, лапку делают ей там, что-то маникюр, что ли. Маникюр тебе делают, да? Вау, красиво теперь. А как тебя звать? Ой, привет. Ребятки, приветик. Приветик, ребятки. Как вас звать? Вы такие маленькие, среди вас такие большие все ходят, да? Вы здесь сидите, такие девочки, мальчики. А это что за порода? Чихошки. Ой, какие хорошенькие. Все, отдыхаешь, да, отдыхаешь. Ты уже была на выставке, нет? Да, уже. Какое место? Ждем фест, и потом сейчас еще одна выставка. А, сразу на две пойдете? Ну, да, так получилось. Вы серьезные, однако, вы серьезные ребята. Вот это нет. Это нет? Это за компанию. Ну, посмотри на меня, посмотри. Ну, чего там у нас? Ой, какая хорошенькая. На кого ругаешься? На кого ругаешься? На кого ругаешься? Как тебя звать, мальчик? Как тебя звать? Иди ко мне, иди. Как тебя звать? А что за порода? Бигль. Бигль. Друзья, смотрите, какой красивый. Какой красивый. Просто какой красивый. О, ругается еще, ругается. Не ругайся. Хаски. Это хаски. Ой, какой красивый пушистый. Ой, на поле такой. Привет. Как тебя звать? А ты дрожишь. А что случилось? Что ты дрожишь? Мама рядом, мама же рядом. А да. Что за порода? Вестик. Вестайлинг Вайтерьер. Вау, какой у тебя хороший, как это говорится, порода хорошая, культурная. Ой, какой красивый. Ну не дрожи, не дрожи. Приветствую, приветствую. Приветствую, всех приветствую. Правильно, правильно. Ты собачка. Правильно, приветствую. А что за порода? Дакса. Дакса? Длинношерстная. Офигеть. Посмотри на меня. Красивая. Посмотри. Все? Не хочет. Не хочешь? Да. Застеснялась. Она застеснялась. Она же девочка застеснялась. Да? Ой, как. Ой, да, да. Правильно. Привет. Тебя готовят на выставку, да? Готовят на выставку. Готовься, готовься, хорошенькая моя. Готовься. Ой, какая хорошенькая такая. Тебя записывай, давай разговаривай со мной.
Привет. Ты маму потерял, что ли? Маму потерял? Он маму потерял. Маму свою потерял. Вон, мама пришла. Ой, как маму любит сильно. О, это сильно, очень сильная любовь. Сильная любовь. Да? Квартир, что ли? И другую маму любит. Не знаю, к какой маме подойти. Посмотри на меня. Какая порода? А как звать? Джи? Привет. Привет. Как тебя звать? Не скажешь? Нет, не хочешь говорить? Догадайся. Ну ладно. Привет. Как тебя звать? А что за порода? Ой, ты приветствуешь? Приветствуешь? Привет. Ты мальчик, наверное, да? Такой серьезный. Боюсь. Такой большой. А что за порода? Английский бульдог, друзья. Ой, какой хороший. Какой хороший. Ой, какая шерсть у тебя прям вообще. Какой... Велюр просто. Ой. Какой беленький, какой хороший. Ой. А как звать? Тайсон. Тайсон, точно Тайсон, да. Друзья, смотрите, какая серьезная собачка. Я прям боюсь подходить. А как порода? Как? Кана Корсо. Корсо, Кана Корсо. А как звать? Ева. Ева. О, красивенько. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Как тебя звать? Какая хорошенькая. Какая хорошенькая. А что за порода, не подскажете? Китайский хохлат. А как звать? Лаки. Ой, тебя так зовут красиво, да? Ой, такой хорошенький. Посмотри на меня. Не хочешь? Ну ладно. Нет, американский я все огромный. А что за порода? Акита-ин. Ой, боже. Это китайская? Японская. Ой, и посмотри на меня. Такой, посмотри да, на меня. Немножко ой, какая хорошая. Ой, вот какая большая. Ой. А как звать? Катика. Катика? Друзья, смотрите, какой красивый ребенок. Слушайте. А? Не, ну это чудо. Чудо, ребенок, да? Привет. Как тебя звать? Фима. Фима. Ой, какой хороший ты, такой хороший. Будешь привет передавать? Будь, будь, хороший какой. Ой. У моего соседа такой же. Только, у моего соседа такой же, только побольше. Такой хороший, такой хороший. А что за порода? Не говорят, что такая порода. Ну, очень большая собака. Очень большая. Друзья, звать Рома. Друзья, вот вторая пришла. А, это второй. Прошу прощения, второй. Тоже чистят, стригут, маникюр делают. Ой, вообще. Уши снять или рано пока? Ну, такой хороший. Мне вот первую снять. А, давай, я же первую сняла. Ой, у меня возьми. Ой, такой хороший. Привет, как тебя звать? Рассказывай. Что за порода? Английский бульдог. Английский бульдог, друзья, смотри, какой красивый. Привет. Не будешь разговаривать, не хочешь? Да ну тебя скажи. Какой хороший. Здравствуйте. О, друзья, это щенки, белый медведь. Белый медведь, реально. 6 месяцев, 8 числа. А какая порода сказали? Южно-русская овчарка.
Офигеть. Вот это белый медведь. Хотите иметь дома белого медведя, пожалуйста? Вот такая еще умная сила, да? Ой, какой классный. Все ворчат любишь, да? Ворчлива такая, да? Устала, да? Устала. Ну ладно. Три штучки, друзья, три штучки. Смотрите, вот это раз, вот еще две большие. Уже хорошая такая. Туда не ходите. Девочка, туда не ходите, там маленькие такие бегают, вас откусят. Там такие маленькие ходят. Откусят, туда не ходи, ладно? Тут сиди, в уголочке. Просто я не могу налюбоваться на такую собаку большую. Ой, какие же они большие. Белый медведь, вот реально белый медведь, друзья. Просто. Вот такая собака большая. Привет. Как тебя звать? Это так солнышко. Я тоже рыжий, смотри. Ты меня признаешь? Смотри на меня. Видишь, я рыжий. Не хочет. Не хочет. А у моей соседки бабуля такая же собачка, только мальчик. Такие хорошенькие, такие они прикольные. Здрасте. Приветик. Как тебя звать? Эрос. Эрос. Это мальчик? Мальчик. А порода? Голдаст йоркширский терьер. О, какая хорошая. Какая красивая. Лапка. Можно лапку? Лапку, да? Ой, нежно, нежно так, да? Брезгливо, брезгливо, да? Типа я не царской семьи, да? Да. Не царской семьи. Ой, какой хороший. Ой. Стесняешься ты еще, стесняешься, да? Ну ладно, ладно. Друзья, смотрите, она вышла вот с выставки только что. Ой. Как она ходит. Какая хорошая. Попу показывает мне. Прячется за мамкой. Друзья, выставка подошла к концу. Как видите, я уже вышел на улицу. Выставка просто шикарная. Лучше всех, которые я был. Я был на выставке морских свинок, кроликов. Был на выставке кошек. Это самое лучшее. Вообще шикарная. Выставка, очень добрые все собачки оказались. Я собак боюсь, на самом деле. Шарахаюсь от них. За 3 километра от них убегаю, если вижу собаку. Даже маленькую иногда. Вот. Жалко, конечно, она однодневная. А то могли бы вы прийти посмотреть сами. Выставка, кстати, бесплатная. Вот, что еще вам сказать. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.